окажется позади. Трюмер тоже окажется позади. Так, вот там борьба. Борьба за место. Бертон здесь продолжает бороться. Какие-то контакты. Икономасос пытается перекрестить. Ох! Едва не было с Факундо Регалией у него контакта. Вот они сталкиваются. В итоге очень жесткий удар. Все-таки Икономасос, как и Чикотта, остается Икономасосом. Да, сегодня и тот, и другой у нас, кто-то говорил, остепенились. Ну, по крайней мере, такое впечатление они производили по ходу первой части как бы не было пескара. Чемпионата. И похоже, что действительно, как когда бы не идет борьба пескара. За титул. Желтые меня флаги, больше по крайней волнует, мере, что есть. Он не покидает кокпит сейчас. Пейскар должен появиться на трассе, потому что обломки лежат, оторванное колесо там посередине трассы. Да, вот Пейскар второй по ходу этой гонки. Ух, какой оригинальный римский гладиаторский шлем мы видим там у одного из комиссаров. Впереди Митча, обгонять нельзя. Обгонять нельзя. Что-то совсем медленно Майландер здесь провез мимо этой сцены аварии. Мне не нравятся медицинские машины, я вам честно скажу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. И вот смотрите, это как раз Вандермерве, Алан, пилот медицинской машины, который вышел и что-то показывал водителю скорой помощи, что нужно подъехать туда. Совсем мне не нравится это, ребята. Нельзя сказать, что он только что побывал на пит-стопе и поэтому у него что-то отлетело. Нет, он очень долго ехал с целого седьмого круга. Вот борьба очередная до контакта второго Палмера с Насаром. Широко в итоге здесь Нас раздался. И вот, пожалуйста, раскрученные обломки там перед ними Бертона и Икономасоса. Я думаю, много потом интересного мы прочитаем и про Палмера, и про Насара в адрес друг друга после вот таких жестких сражений. Вот действительно медицинская машина подъехала ближе к месту, где стоит болид. Знаете, что меня удивляет несколько? Я даже начал сомневаться, Бертон ли это был. По той простой причине, что он продолжает значиться в гонке и продолжает идти. То есть только машина Икономасоса вылетела, похоже. Но его извлекают и... Да, вот всегда очень неприятно видеть эти кадры. Очень неприятно. Еще раз. Вот повтор этого момента. Бок о бок по внешней француз, каталонец по внутренней. Потом перекрещивает. Здесь едва с Идзавой не столкнулись. Занесло. Разгон. Бок о бок. Там иногда бывали моменты, я помню, даже в лоб сталкивались, когда кого-то развернуло. И... трудно сказать, кто спровоцировал контакт. То ли Бертон сдвинулся на внешнюю к Икономасосу, то ли тот, наоборот, внутрь. Нет, все-таки Икономасос, все-таки Икономасос на Бертона, да. Да, но и Бертон был вне траектории, мне кажется, нужной. Да, был первый удар у него жесткий, и вот, а вот здесь второй. Ну, второй уже показательный. Здесь видно, что он продолжил. Да, действительно, уехать. Бертон как ни в чем не бывало, причем и машина не повреждена даже. Больше того, он в очках сейчас едет. Я вам больше скажу, вы знаете как? На каком? На восьмом месте. Значит, что он на виртуальном поуле. Ох, черт, там качают что-то. Как бы не искусственное дыхание. Это Харьян там в другой части трассы, мы помним... У него там в районе 11-го поворота отлетело колесо, он шел на втором месте на пол, на подиум. Да, так вот, что касается виртуального поула, Бертон может, если его не накажут, конечно, за это столкновение, завтра стартовать с поула, как и год назад, представляете, опять выиграть воскресную Венгрию. Но да, Артем пытается, руки просто у него натерли. Мозоли, мозоли, судя по всему. Или просто страшная жара, на самом деле 27 градусов, и в кокпите очень-очень жарко, а воздух обдувает гораздо больше на большой скорости, она медленно и вообще не попадает внутрь кокпита, и, может быть, пытается таким образом, знаете, сработать аэродинамическим элементом сам себе и остудить несколько кокпит. Маркелов на 12-м месте, и был бы рестарт, может быть, была бы еще возможность у него посражаться
попадание в очковую зону. Он несколько раз к этому был близок в этом году. Один раз на 11-й даже, по-моему, позиции был Маркелов. Один раз на 10-м месте, но это была воскресная гонка, где очки только первой восьмерки даются. Да, 11-м он был в Испании, в Барселоне, в первой гонке. С тех пор были у него несколько сходов с дистанции, более дальние результаты. Но вот самая последняя гонка, опять 12-е место было, воскресная немецкая гонка. Так что сейчас, судя по всему, все идет к повторению. Позади своего бывшего тренера по немецкой Формуле-3, Тома Дильмана. Дильман в итоге вот так, вне очков,